В областном центре состоялась акция «На солнечной поляночке». В ней приняли участие более 180 представителей старшего поколения. Южно-сахалинцы провели день на берегу озера Тунайча, где отдохнули, насладились прекрасной погодой и красивыми видами природы. В островной столице эта акция проводится уже второй год и успела стать доброй традицией, которую участники ждут с нетерпением. Для представителей старшего поколения это еще и возможность пообщаться друг с другом, найти новых знакомых и единомышленников. Тоже хочется пообщаться с людьми, вот, погреться на солнышке, подышать свежим воздухом, вот, ну, и получить хорошее настроение от сегодняшнего дня. Отдохнуть, как было в молодости, вот так отдыхать. В таком возрасте. Оторваться, как вы сказали. Акция стартовала на площади Победы. Оттуда на трех безопасных и комфортабельных автобусах участники отправились на пляж Солнечный. Люди с ограниченными возможностями здоровья, поэтому мы им помогаем. Вывозим их каждое лето на солнечную поляночку, где люди отдыхают, получают хорошие эмоции. Это старшее поколение, к которому мы относимся с большой заботой. В поездке представители старшего поколения сопровождали волонтеры и медики. Участников акции обеспечили водой и питанием.